Всем привет, я Даша, и вы на моем YouTube-канале о моде и стиле. Сегодня у меня новый шопинг-влог. Я думаю, что мы отправимся с вами посмотреть новые поступления в коллекциях Lime, безусловно, который наиболее часто выпускает новые дропы. Посмотрим 12 Stories, и я думаю, заглянем в Idol, пока у них не пришла в полном размере новая коллекция, но мы посмотрим, что уже сейчас представлено в магазинах. Параллельно я буду освещать самые яркие тренды уже текущего осенне-зимнего сезона. Давайте начнем. Один из самых популярных цветов сезона – это, безусловно, оливковый разной тональности. Наиболее ярко он был заявлен у бренда Gucci и сочетают его с бордовым, бежевым, молочным, серым и шоколадным цветами. И в этом образе на мне одна из самых трендовых моделей юбок – миди-юбка в складку в духе Tommy Hilfiger или Miu Miu прошлых сезонов. Есть один важный нюанс, у нее свой родной ремень, но я всегда советую их убирать, особенно если вы покупаете вещи в масс-маркете, потому что такие ремни не кожаные и выполнены не очень качественно. А у пальто как раз неплохой состав, 51% шерсти. Очень часто можно видеть вещи на осенне-зимний сезон с V-образным вырезом, что крайне непрактично и не тепло, а надевать водолазку не всегда хочется под подобные изделия. Поэтому я предлагаю надевать простую майку, либо же майку с лаконичным лого бренда. Образ тогда не будет утяжеляться, но добавится дополнительный слой. На мне лаконичная майка, она надета под тонкое трикотажное платье, а еще хочется отметить, что у платья расклешенная юбка, что идеально для тонкого трикотажа, чтобы он не обтягивал бедра. В качестве нового варианта стилизации на подиуме почти во всех коллекциях можно было видеть поднятый воротник рубашки, иногда асимметрично только с одной стороны. А еще можно вдохновиться брендом Dries Van Noten и подсмотреть стилизацию рубашки задом наперед в многослойных образах. Бренд Miu Miu очень удобен для повторения, потому что вещи в коллекциях достаточно простые зачастую, и все зависит лишь от стилизации. И я решила повторить образ с осенне-зимнего показа бренда. Пальто в Lime почти дословная копия, оно шоколадного цвета, двубортное, в составе 55% шерсти. Для завершения стилизации в этот образ, конечно, можно добавить нить жемчуга, как это было на показе. И если пальто я точно могу рекомендовать к покупке, то брюки и рубашка – это только стилизация. Сейчас в Lime нет хороших вариантов таких вещей. А рубашка достаточно куцая, а у брюк не самый комплементарный верх. А этот образ строился по цветам вокруг футболки на сочетании красного и коричневого. Обращу внимание, что юбка здесь только для стилизации, как в предыдущем образе были рубашка и брюки. Поскольку юбка трикотажная, я взяла самый большой размер, чтобы спустить ее на бедра. А вот у пальто отличный яркий цвет и 50% шерсти в составе. С
Свитер из этого образа я нашла в мужской коллекции Lime. Он очень напоминает модели от бренда Sakai. А туфли, кстати, повторяют актуальную модель от Phoebe Philo. У нее они есть в разных цветах в текущей коллекции. Костюм из коллекции Lime Studio. Состав у него не натуральный, но стоит отметить, что он достаточно плотный и качественный. И сейчас у многих брендов есть похожие модели. Воротники, шарфы, палантины, элементы кейпа стали ярким трендом на подиуме в текущем осенне-зимнем сезоне. Наиболее практичными будут те модели пальто и жакетов, где подобный воротник-шарф отстегивается, либо же можно просто, как на показе Miu Miu, перекидывать простой шарф на одно плечо. Ну а можно, например, вдохновиться прошлыми коллекциями бренда Saint Laurent или костюмом из текущей коллекции Y Project и надевать шарф в качестве капюшона. Именно такой вариант я использовала в своем образе из 12 Stories. Это не отдельный шарф, а воротник на трикотажном топе без рукавов. У этого топа в составе 90% шерсти и 10% кашемира. Пальто и брюки из натуральной кожи, но брюки меня очень разочаровали, они идут на резинке, но либо резинка слишком тугая, либо ткани на бедрах слишком много, но она как-то надувается, создавая некомплементарный силуэт и добавляя лишь объем бедрам. Максимально простой образ на каждый день, и это первые брюки в 12 Stories, которые подошли мне по росту за счет того, что у них есть разные варианты длин. И это джинсы, а еще они идут на кулиски, поэтому их спокойно можно спускать на бедра. Тренч из натуральной замши. Меня, правда, смущает, что застегивается тренч на магниты, а не на пуговицы. С одной стороны, это удобно, а с другой, к сожалению, уже в магазине замша немного затирается вместе этих магнитов. Балаклава никуда не уходит в новом сезоне, и лично для меня это вообще самый удобный и практичный головной убор на холодный период. Вариации абсолютно разные, это и максимально тонкие балаклавы, и капоры, и плотные варианты лишь с прорезями для глаз. И из новых вариантов стилизации можно отметить, что на многих показах надевали сверху на балаклаву кепку, берет или шляпу. В этом образе на мне не костюм, это юбка из достаточно тонкой шерсти, есть на сайте еще в темно-синем цвете, юбка идет на кулиски и уже достаточно плотное укороченное пальто-жакет без лацканов. И состав у пальто стандартный, это 90% шерсти и 10% кашемира. Вообще верхняя одежда в этом сезоне крайне радует своей практичностью. И один из главных трендов – это супервысокий воротник. И это может быть как воротник-стойка, так и высокий воротник на молнии. Или же альтернативный вариант, когда мы просто поднимаем воротник пальто или тренча и застегиваем его на штормовой клапан. Этот образ получился у меня в духе футуристичных 60-х. Лонгслив балаклава, пальто-кокон на молнии и под
ботфорты без каблука. Максимально утрированная стилизация подобных вещей была в осенне-зимней коллекции бренда Celine, но там только были меховые фактуры. Ну, а мой образ уже более применим для жизни. Пальто на сайте есть еще в молочном цвете и точно так же в составе 90% шерсти и 10% кашемира. Я хочу показать образ с укороченным тренчем. На подиуме похожая модель была у бренда Каперни, а в масс-маркете сейчас есть нечто похожее у Массимо Дутти, правда, у него еще идет трендовый воротник-шарф. Кстати, у Массимо Дутти последние сезоны часто встречаются замшевые юбки всевозможных вариаций, и похожую модель можно найти у Idol. Только обратите внимание, что эта юбка идет на отрезном поясе, но у нее при этом нет шлевок. Для замши все же я бы отдавала предпочтение юбкам без пояса, либо на резинке, или же юбкам на запах. Замшевые открытые сапоги в этом образе полностью повторяют модель от бренда Miu Miu. И еще один вариант стилизации трикотажа с V-образным вырезом. Так, под трикотажный жилет вы можете надеть футболку, только обратите внимание, что рукава футболки в таком случае должны быть либо достаточно широкими и длинными, чтобы они выглядывали из-под жилета, либо их вообще не должно быть видно. Главное, избегайте очень куцых рукавов. Жилет в этом образе из 100% шерсти, юбка достаточно тонкая, у нее 54% шерсти в составе, и обратите внимание, что у юбки достаточно высокий разрез. На подиумах этого сезона мы вновь стали видеть меховые воротники, причем не только на куртках, но и на пальто, и на кожаной верхней одежде. Для этого образа, увы, в магазине не было подходящей обуви, сюда идеально бы подошли простые жокейские сапоги без каблука. А вообще хотелось бы отметить, что я была приятно удивлена составом этих вещей, и у куртки, и у платья в составе чуть больше 70% шерсти, а что меня удивило, мех на куртке – это натуральная овчина. А этот образ полностью отражает чистый минимализм от The Row. Простые линии, лаконичные вещи и натуральные ткани. Бренды в такой стилистике часто надевают рубашку на водолазку или лонгслив, а обувь зачастую агендерная, без каблука. В идеале к этому образу мне бы хотелось добавить пальто из тонкой костюмной шерсти в бордовом цвете и взять сумку а-ля Марго от The Row или модели от бренда Phoebe Philo. Спасибо всем большое за просмотр этого видео. На сегодня это все образы, которыми я бы хотела поделиться, но совсем скоро на моем канале выйдет новый шопинг-влог, где мы посмотрим уже замшевые коллекции и кожаные из бренда Lime, заглянем в Nameless, и я надеюсь, что к тому моменту у нас уже выйдет новый дроп у бренда Idol. В комментариях буду рада ответить на все ваши вопросы по поводу качества примеряемых вещей и их сочетания. Еще хотелось бы отметить, что меня разочаровывают последние коллекции бренда Ушатава. Я заглянула к ним в магазин.
Ну и, к сожалению, ничего не нашла для себя. Они заявляют стилистику брендов Ведьмо и Баленсиага, но лекал оставляют желать лучшего, и вещи не садятся на фигуру. Поэтому их нет в этом обзоре. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока.